Салават уже с раската, да? В очередной раз разбежавшись от собственных ворот. И вот теперь уже строится позиционная атака по кирпичику. 1-0. Григорий Панин поливал от синей. Ну и вот там вот борьба была навязана. Не знаю, может быть, даже и прямой наводкой. Но нападающие в любом случае поработали на славу, потому что они создали помеху под Епольскому.